Президент Алан Гаглоев посетил Цхинвальскую школу номер 5 и ознакомился с основными проблемами в работе образовательного учреждения. Глава государства обратил внимание на ненадлежащее состояние территории учебного заведения. Двор давно нуждается в благоустройстве. Необходимо обратить внимание на всю прилегающую территорию. Еще несколько лет, когда нам делали облицовку школы, тут дерево было, мы видели, кто что достигло. Но мы из-за этого сняли вот эту плитку. Мы его ложили. Мэра, получается, значит, и на входа, и на пойдокан. Ушел от входа, и на пойдокан. Но там тоже есть место для калитки, было бы хорошо ее сделать. В этом году началось строительство одного из корпусов второй школы. В связи с этим многие родители временно переводят своих детей в пятую школу, что во многом повысит нагрузку на учебное заведение. Тем более, вторую школу они сдали с охраной заметили. Уже сдали от Тайва миссия заявления. Ну, пока нету, но мы надеемся, что в августе все-таки приведут, потому что там будет две смены, да? Погода, предварительную информацию в пятую школу, в 12-ю школу дополнительно дадут порядка 70-80 детей. Вторую смену билет на 90-й, на джоджене на более учащихся. Президент поручил главе Минстроя Зауру Чочиеву провести все необходимые работы по благоустройству школьного двора, подчеркнув, что они должны быть завершены до начала нового учебного года. Кроме того, руководство школы пожаловалось главе государства на неработающие уже несколько месяцев камеры видеонаблюдения. Выслушав завуча и завхоза учебного заведения, Гаглоев призвал главу Министерства образования и науки Аслана Лулаева и мэра Цхинвала Ромео Хугаева проследить за тем, чтобы эта проблема была решена в кратчайшие сроки. Работник, который получает заработную плату, пришел, посмотрел, хотя бы причину выяснил.
Алан Гаглоев осмотрел и здание школы. Здесь установлен специальный стенд в память героев, погибших в зоне СВО. Ну, ученик был здесь сейчас. Три моих ученика. Джиоев, Кабараев и сейчас с тобой. Кабараев меня он нашел. Меня. Кабараев остался. Меня ходил в том шаре. Андрей остался. И Андрей, и Джиоев Марат тоже. Ben Umta Said'de stam için. Umta o kemender ya. Hadi ya, bir eski de Umta. Ben Umta o kemender. Yuma cino ciyede bir nereye. Umta bu iki sarocistan. Ama yuma cino ciyede. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Альдина Чехоева, Алим Батеев. Информационный выпуск сегодня.